сказка про конфеты. Написала Нина Сиволапова. Вафли, булочки, галеты жили дружно много дней. Спор затеяли конфеты, кто вкуснее и важней. Расскажу вам сказку эту, как хвалились много раз в вазе разные конфеты. Вот вам краткий пересказ. Мне должна быть ода спета, и меня съесть каждый рад. Я вкуснейшая конфета, ведь во мне есть шоколад. Я нежна и очень сладка, потому важнее всех. Громко крикнула помадка, есть во мне к тому же орех. Я главнее всех на свете, вы поймите, наконец, мною лакомятся дети, гордо молвил леденец. Не хочу я слушать это, мне должны кричать в ибис. Я вкуснейшая конфета, прокричала в ответ Ирис. И тогда, прослушав это и решив наладить мир, вдруг сказал тогда конфетам мудрый дядюшка Зефир: «Вы наивнее ребенка, я хочу всем дать урок. Посмотрите, там в сторонке дремлет скромный сахарок. Я скажу вам по секрету, слава сахару и честь, потому вкусные конфеты, что в них каждый сахар есть». Тут конфеты замолчали. Прав был дядюшка Зефир, сахарок и зауважали, пригласив его на пир. Смысл, друзья, всей сказки этой – перестать себя хвалить, научиться, как конфеты, и других людей ценить. Это точно. Как хотите. Это была Оксана Ярыгина, а сейчас у нас Владислав Ахаев. Быстренько чем-нибудь споем. Люди устали? Да, люди устали, все хотят уже. Сидел, думал, песня, где есть слово «снег». Вот первый есть, Берковский.